большой привет! Чуть-чуть решила поменять свой стиль и выбираю сейчас себе одежду немножечко, вот смотрите, да, пошире. Одежда называется оверсайз. Пришла я к этому, что мне в ней гораздо комфортнее и удобнее. Правда, мама говорит, что меня немножко вот эти вот поперечные полосы полнят. Но без поперечных полос такой длинной кофты на меня не было. Специально я подобрала серьги на контрасте, более яркие, более красные, для того, чтобы вы посмотрели, что это, в принципе, все сочетается, как такие яркие, как ягодки такие некие, да? У меня вот сейчас здесь вот колечко MAC. И все это, в общем-то, в принципе, очень хорошо сочетается на контрасте, да? Контрастные цвета, то есть тут зеленый, тут красный. Вот, кто-то, может, стилист скажет, это вычурно, но я не стилист. Я этим никогда не занималась, я подбираю сама себе одежду и ношу только то, что мне комфортно и то, что мне нравится. Здесь классный рукав. Я вам ссылку выложу на товар, потому что это, сами вы понимаете, это одежда, в общем-то, для полненьких дам. То дам, то не дам. В общем, такие дамы. Такие нынче дамы, то дам, то не дам. Я дама семейная, поэтому я никому не дам. Очень нравится мне то, что тут карманы, вообще классно. Вообще это такое, как объяснить, я ношу с брюками, но вообще это платье, я просто ношу его с брюками. Поэтому, если кто-то маленького роста, вот это вот просто вот чудесатые, которые шьет наш производитель, я просто обожаю, там очень удобные шмотки у них, ну я иначе не могу сказать, очень мне нравится. Ну, конечно, когда ты себя снимаешь вот так вот очень близко, то эта полоса, конечно, увеличивает. А так я так вижу ничего. Ничего, я так на камере вроде получаюсь, да? Все-таки, как говорится, как это, у меня нет этого проблемы, где талию делать будем, да? Талия у меня есть, у меня толстенькие ножки, вот. А тут все еще более-менее, как говорится, нормально. Каждый поправляется, ну, по своему телосложению, да? Вот я телосложение груша. Стоит груша, нельзя скушать. Вот, это я. Вот смотрите, по спинке здесь вроде бы все вот, все нормально, все достойно, да? Вот смотрите, вот так вот это выглядит. Оно удлиняет, да, оно классно смотрится, удачно сочетается под вот такой вот стиль, да, в смысле полосочку и морской стиль. Но вот это вообще, мне кажется, бомбезно получилось, правда, девчонки? Во-первых, потому что серьги делала мне тоже мамуля, это мирамское стекло. Я покупала эти, вот эти бусины из мирамского стекла, а мамочка уже покупала вот эти вот швензы, все вот эти вот дела, фурнитуру для серег и делала мне серьги. Тот комплект, который вот у меня было сердце, да, и я подумала, думаю, ну подожди, у тебя есть сердце, а серег с сердцами нет. Я искала, конечно, что-то в интернет-магазинах, но не могла найти что-то подходящее. И подумала, что ну, раз у меня мама, как говорится, женщина рукастая, она мне все, в общем, это сделает и сотворит. Так что вот такие вот вещи, получается, делала мама. Это уже усы из натурального камня. Да, вот так вот они выглядят. Ну, можно даже, если они чуть-чуть заходят сюда, я думаю, что не страшно. Можно чуть подальше их сделать. А почему мама начала делать бусы сама? Мы достаточно высокие с ней женщины, у меня рост 1,80 м, ну как вы думаете? Значит, мама озадачилась тем, что она захотела себе бусы, стала искать. И оказалось, что среднестатистические бусы, а хотела их бусы каменные подлиннее, они определенных, ну, под определенную шею и нету очень длинных, да, то есть это надо делать на заказ. Мама покумекала, посидела, посчитала и сказала, да ну нафиг, научусь сама. И доучилась. В общем, с этого все, как говорится, и начинается. А почему это я должна, как говорится, за что-то переплачивать? Сейчас камни стоят очень дорого. Тогда, когда мама этим занималась, это все стоило, ну, конечно, тоже стоило, но это все было гораздо доступнее и дешевле. Но, тем не менее, плоды твоего творчества, мамочка, посмотри. Они, как говорится, я бы так сказала, будут жить вечно. Что, ну камни, что с ними случится? Поэтому не бойтесь сочетать на контрасте такие вот цвета. Вот. Утро, всю ночь просидели. Ни одной поклевки. И вот только сейчас, под утро, удалось вытащить маленького-маленького. Ну, маленького, не маленького. Ну, хоть какого. Хоть какого-то. Все в радость. Все в радость. Осетрочка. Ну, то хорошо.
Вот осетр у нас ужарился. Вот такой вот получился красивский осетр. Здравствуйте, вкусняшка. Такой малюшка, да? Малышка. Малышечка. Вкусненький такой. Фея нагулялась с папой. Да, шишку не отпустит, да? Пришла с трофеем, да. Трофей, фея. Бегала, гуляла. Шишку дашь? Дашь шишку? Дай маме шишку, дай. Ой, молодец, моя хорошая. У нас тут сейчас, видите, шикарная погода. Ветерочек. Жары пока такой активной, сильной нет. Не знаю, сколько градусов, наверное, 25, наверное. Может, поменьше. Смотрите, какой у нас туман. Сейчас, правда, наверное, часа 4 утра. Но такой туман, я думаю, надо снять. Дубль три уже. А я не успела. Все? Ну все, я пес. Все? Приехали. Молодец. Собираемся мы. Вон смотри, сколько воды. Папа заказал воду. Я вижу, на это. Да, перепутал адреса. Господи, папочка! Кнопа, фу! Вот так лаять! У меня сейчас истерика случится, мне кажется. Кнопочка! Кнопочка, у Кнопочки сегодня день рождения. День рождения, Кнопочка! Кнопочке сколько? 4 годика, 4, да, уже бабушка? Годика, да. Бабушка у нас следит за днями рождения собак. 26 я могу пропустить. Родилась Кнопочка. 26 августа, да, потому что неизвестно, когда мы выложим видео. 4 годика нашей Кнопочки. Ну, Кнопочка, ты чувствуешь, радости, что у тебя день рождения, тебе 4 годика? Можно купить счастье за деньги? Можно. Можно. Мое белое собачье счастье, да? Да. Да? Да? Наше черное. Да. Он там сидит, ляля. Три счастья, да? Ну? Ангелочек наш. Да, угощалки они уже получили. На самом деле мы вещи собираем. Да. И уезжаем с дачи. Поэтому нам сейчас, конечно... Немножечко не до поздравляшек, да? Скажи, Кнопочка переживает, скажи, я боюсь, что мама меня... Вдруг мама меня оставит и уедет без меня. Кнопочка, зато у тебя новый бантик. Кнопа. Что-то там у Кнопочки такое. Не иначе, как колобок. О, подрались. Ну, девчонки. Ну, печенки. Наши поехали с дачи. И не только наши. О, погода испортилась. Все уезжают в Москву. Ну что же, мы отчаливаем с дачи. Мои дорогие собачки, ой, очень переживают. Машинка стирает, в общем, мы собираемся. А, да, что я вам хотела снять, сейчас покажу. Смотрите. Значит, Тимофей. 10 лет ему уже. Смотрите, 20 августа сделал замеры. 1,65 м. Ну, тут прям можно проследить, да, в 9 лет 1,57 м, в 8 меньше, 1,42 м в 7 лет, 1,27 м в 5 лет, в 4 года 1,18 м, в 3 года 112 см.
Вот так вот рос Тимофей, но еще подрастет, но вообще я так, это, знаете, мы так в шоке. Вот так вот у нас около балкона написано, как рос Тимошка с 3-летнего возраста. Тимошка, ку-ку. Ку-ку, снимай вас. Все. Колян носит сумки. Да, вот эти осталось. Да, вот эти сумки. Подожди, вот это не бери, у меня там мой ноут. Вот конос я сама возьму, хорошо? Ну ладно. Не надо, не бери. Зачем ты его на пол мне поставил? Тимошечка. Все. Вот новую клеенку такую постелили уже давно. А у нас, правда, есть дополнительная. Сейчас я вам тоже покажу. Купили дополнительную, постелили вниз. Вот такая. Ну, тоже хорошо смотрится. Но пока осень, будет вот это у нас лежать здесь на даче. Надо, кстати, протереть стол напоследок. А то вот приедем сюда, а стол грязный. Все. Сейчас останется мусор выкинуть, и мы, как говорится, поедем. А вот сейчас эти подушки застелю пеленками, чтобы они не пылились. Все у меня тут, как говорится. Чтобы не пылилось ничего, пока нас тут нету. Да, Тимоха? Да. Ляля стоит такая несчастная, смотри. Ляля думает, что... Думает, что... Бабушку мы уже отвезли, да? Дедушка уехал. Все, все. Мешки. Неси мешки. Пришла я, что ты тут? Ой, Кнопа, что такое? Ой, послушай, вот он Так, я пришла к бабушке с дедушкой после родительского собрания. Дедушка сидит и изучает учебники. Ну что, там интересненько? Ну, хорошие учебники, хорошие. Новые напечатали, нам все новенькие выдали. Вон, биология... Математика. Литературу уже посмотрел, ничего там, ничего крамольного нету. Все крамольное убрали наконец. Русский вот такой нам выдали. Такой вот русский, два учебника. Литература. Вот такого. А чего там в конце-то было? В конце что-то было, ты возмущался что-то. Что мы это не изучали в школе. А, ну там начинают стихи разбирать. В литературе. Ну, рудновато им еще это. Это надо в конце в классе в седьмом там кто-нибудь проходить. Это да. Да? Дедушка, география понравилась. География хорошая, да. История тоже тут. Вот, мам, ты любишь историю? Коля там столько всего запутано. Это твоя любимая, древнего Коля, этого. Там как-то все путано. Древнего было, мира. Да. А тут все так. Это я люблю. Ну, вот идет, растут. Я помню, как в школе я... Наверное, советских переписали учебников. Вот. Уже когда... Ну, если советских, то я, ну, можно да, сказать, я... что я спокойна. Главное, вот это... Помните, когда он 9-10 класс учился, мы географию тут изучались? Ну, все. Да, 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 да. Дедушка его все тут гонял. Так что мы уже... Я уже третий история. Раз. Ну, третий раз история? Я пойду. Древнего Рима. Пятый класс. Древнего мира, пусть они тут. Ну, это хорошая история. Да, пусть. Это хорошая история, да, да. Еще не дошли. Не дошли еще. Еще не скоро он дойдет. Может, когда дойдет, уже 100 раз учебник уже перепишут. Да. Он меняется каждый год. Может, правду напишут. Вот это вот, вот это правду напишут. Мечтаешь, а? Да, правда, сама копайся. Oh,
цветочки на Озоне заказали для учительницы. Тимош, что? С 1 сентября тебя. Тимоша стесняться стал. Тимоша вырос. Все. У тебя Юй перевернулась, лямочка. Где? Вот. Лямочка. Перевернулась? Да. Все, теперь нормально. Все, теперь хорошо, иди. Ну ты пойдем, ты лишнее время со своими тёплыми тратишь. Все, Тимошка пошел. Значит, у нас плюс 27 в Москве. Веселая погода. Мы сегодня растерялись, не ожидали. Даже не знали, что одеть. Так, а покажи нам, где он треснул-то. О, Колян купил такой арбуз, он прям аж трещит. По швам. Да. Как наше лето. Все, осень. Давай. О-о-о. Сейчас еще треснет. Может, не надо так? Может, надо было так? Вот так. Харакири. Да ладно, уж пошло. Как пошло, так пошло. Какой он свежий. Держу, держу. Мамочки, не удержу. Бабушка прекрасная. Ух ты. Я думаю, что он такой же вкусный. Ты стучал по нему, как в рекламе говорят? Постучи. А надо было постучать, говорят в рекламе. Да я постучал, он прям там натяжение прям жутко у него по звуку было. Да, прям барабан, да, звук? Прям барабан. Класс. На сегодня заканчиваю влог. Всем желаю прекрасного настроения и привет, как говорится, всем от нашего холодильника и от нашей Зойкиной квартиры. Пока!